26 пожаров зафиксировали сотрудники МЧС на территории округа за прошедшую неделю. Самой популярной причиной их возникновения по-прежнему остается несоблюдение правил пожарной безопасности. Так, в деревне Драчево из-за перегрева генератора и утечки паров бензина прямо на трассе вспыхнула газель. Однако водитель не растерялся и с помощью огнетушителя и проезжающей мимо поливомоечной машины справился с огнем до приезда пожарной бригады. Еще один пожар произошел на Осташковском шоссе. 11 июня из-за засоренного дымового канала на строительном участке загорелась бытовка. Склад площадью 8 квадратных метров выгорел полностью. Обошлось без жертв. И похожая ситуация произошла на улице Абрамова. Хозяйственное помещение на строительном участке спасти не удалось. Бытовка сгорела до приезда пожарных. Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности, а в случае возникновения возгораний незамедлительно сообщать об этом факте по телефону 01 или 112. С 25 апреля 2022 года на территории Московской области постановлением правительства Российской Федерации введен особый противопожарный режим, согласно которому запрещено разведение открытого огня. С наступлением весенне-летнего периода и повышением температуры окружающей среды возрастает нагрузка на электросети и электрооборудование. Поэтому хотелось убедительно попросить людей быть внимательными к электрооборудованию, не оставлять его включенным в квартирах, в домах.